Сегодня у нас 27 мая 2016 года. Там находимся деревня Потеряевка. Это лагерный. Тут у нас участок земли. Вот здесь мы с братом Никитой работаем. В данный момент, пока мы там возили с прудами, ветлы делали, саженцы, березки заготавливали, 200 штук заготовили, 100 в лагере, 100 в барабашу. И у нас тут все заросло за это время. Одуванчик основной. Вон сколько семян будет. Ну а также мы сделали и грядки с ним. С Божьей помощью. Это у нас лук, морковка, свекла. Все это засыпали соломкой. Сверху немножко как бы перепорошили, чтобы влага дольше сохранялась. Также высадили помидоры. Это у нас сколько получается помидор-то? Там последние 11 вроде, да? А тут 10. 21, 72 что ли? Или 80? Не, 80 нету тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 71. 71. Вот, 71 куст. Тут у нас вот 4 грядки чеснока посажены. Одна сестра нам пожертвовала. Валентина из Новомова. Вот тоже соломкой присыпали везде. Вот наш шарик. Шарик. А, шарик, да. Это верный наш друг. Он любит с нами погулять, да, шарик? Шарик. Ну. Давай, ложись, тенечек, тебе жарко на солнышке-то. Ну, вот так вот. Еще я хотел показать в дальнейшем, как у нас там пруды выглядят. Слава Богу за все.